Валерий Попенченко, признанный лучшим боксером мира на Токийской Олимпиаде, в полуфинальном поединке встретился с польским боксером Славакевичем. Он в белой майке. Попенченко ведет бой стремительно, обескураживая соперника сериями молниеносных ударов. Его бои всегда краткие и убедительные. Славакевич в нокдауне. Но бой продолжен не будет. Польский тренер Штам выбросил полотенце, признавая бесспорную победу советского боксера. Меньше трех минут длился этот поединок.